В Щелкове появилось граффити, на котором изображен советский летчик-испытатель, герой Советского Союза Валерий Чкалов. Арт-объект создан в рамках реализации общеобластного проекта «Лица Подмосковья». Граффити выполнено на фасаде дома номер 26 по улице Институтская в микрорайоне Чкаловский при содействии Щелковского отделения партии «Единая Россия». Авторы – художники-граффитисты Илья Демченко и Сергей Салин. Проект получил поддержку из фонда президентских грантов. Партнерами выступило правительство Московской области и общественная организация «Волонтеры Подмосковья». Арт-объект был выполнен за 3 дня, но подготовка к нему велась на протяжении нескольких месяцев. Для граффитистов это не первая работа в рамках проекта «Лица Подмосковья». Ранее они создали граффити с изображением Дмитрия Донского, Федора Достоевского, Якова Флиера, Андрея Туполева. Также ими были воспроизведены портреты героев-фронтовиков, руководителя обороны цитадели Брестской крепости Ивана Зубачева и героя Советского Союза летчика Василия Борисова. Чкалов – 7-я работа в рамках проекта «Лица Подмосковья». Художники знают, что великий летчик именно из Щелково, исторического центра российской военной авиации, в 1937 году на легендарном самолете АНТ-25 отправился в свой рекордный для всего мира беспосадочный перелет через Северный полюс в Америку. Я не могу сначала нарисовать какую-то личность выдающуюся, прежде чем я не знакомлюсь с историей. Поэтому, конечно, мы очень много читаем с коллегой, изучаем вопрос каждого фасада, каждого персонажа, собираем какие-то некие коллажи из объектов, которые тесно связаны с этими людьми. В микрорайоне Чкаловский большинство зданий имеют мемориальные доски, на которых указаны годы жизни людей, известных на всю страну, знаменитых летчиков, многие из которых стали космонавтами. Для местных жителей Валерий Павлович Чкалов – это не просто историческая фигура из давних времен. Это человек, узнаваемый и почитаемый с детства, по рассказам родителей, людей старшего поколения. Чтобы дети могли... Понимаете, есть такой момент, когда они привыкают, когда они смотрят, они будут проходить, будут спрашивать родителей, а кто это, а что это. Я говорю о маленьких детках совсем. Вот. Даже детки постарше, даже кто не знает, они будут спрашивать тоже родители. Родители смогут рассказать, потому что жители Чкаловской, они знают этого героя нашего. Не только жители Чкаловской, все наши страны знают. Но в лицо, может быть, не все знают портретное сходство. Поэтому для нашего поколения, для воспитания, для нашего будущего это очень важно. Андрей Цеходович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.